Именно в этот четверг, 26 сентября, мы тоже музейный четверг делаем необычным, потому что 27 сентября объявлен Всемирным днем туризма. Музей, как неотъемлемая часть и существенный такой элемент в структуре туризма, занимает место, потому что все, кто приезжают в город, они, конечно, идут в музей. И еще мы, у нас всегда на нашей площадке работает Канский видеофестиваль. И мы показываем калейдоскоп Канского видеофестиваля.